Привет, я Вася, учитель английского, и сейчас за 3 минуты я расскажу, как начать сотрудничать со Skyeng. Первый шаг – подать заявку на сайте. Ваше имя и фамилия, почта и телефон для связи. Не забывайте после этого проверить email, туда придет пошаговая инструкция. Сначала вас ждет аудиоинтервью. Нужно будет немного рассказать о себе и о своем опыте. Скажу сразу, его можно будет перезаписать, если вдруг собьетесь. Запись заняла у меня полчаса, но вообще на этот этап дается 2 дня, так что не переживайте, все успеете. Ваш тест проверят методисты, результат придет также по почте. Если что-то непонятно, пишите на почту или звоните по телефону, который указан в письмах. Второй этап — пройти обучение на платформе. Там познакомитесь с методикой онлайн-преподавания. У меня обучение заняло примерно 3 часа и было очень полезным. До Skyeng я не преподавал онлайн. А тут смог разобраться и понять все самое важное. Как все будет устроено, как вести занятия и подбирать материалы. Третий шаг — провести тренировочный урок на платформе. Выберите время, а также получите подсказки и информацию о уровне и целях ученика. А играть его роль будет методист. После урока обсудите, как все прошло, и получите советы, над чем еще поработать. Кстати, перед настоящим уроком я очень волновался. И тут тоже помогли кураторы. К ним можно прийти с любым вопросом, и в первый месяц они не оставляют учителей одних. Вот такой процесс, он занимает примерно неделю. Но тут многое зависит от вас. Если настроены решительно, то сможете приступить и быстрее. Все онлайн, все автоматизировано. Проходить все этапы можно и с компьютера, и с телефона. А преподавание можно совмещать с другой работой. Вот мой короткий чек-лист для будущих коллег. Не забывайте проверять личную почту. Внимательно отнеситесь к обучению и тренировочному уроку. Они помогут за пару дней освоиться и получить максимум полезной информации. Не стесняйтесь задавать вопросы. Менеджеры всегда готовы помочь.